Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, забираем свои награды. 30 монет Одина. Так, ну что, вы мне писали в комментариях, что у нас есть новые события. Давайте посмотрим. Да, действительно есть выживание. Окей. А то я смотрю, захожу, а там такая паника. Рэй, зайди в драконы, там есть новые испытания. Ну, конечно же, друзья мои, у меня появилось свободное время, и я сразу же захожу. Так, здесь мы получили рыбу с тобой и тусклый янтарь. Зеленую смерть отправляем дальше на поиски. Так, а мы с тобой будем открывать пак. Ну и что у нас тут? Покажите мне, пожалуйста. Так, монеты Одина, это все понятно. А дальше? Давай начинку, начинку. Громыль, ужасное чудовище, водорез и ресурсы. Допустим. Так, но это еще не все, да? Мы же еще с тобой глянем один пак. Так, 6 монет Одина. И внутри у нас, ага, просто ресурсы. Отлично. Так, что у нас тут? Давай-ка посмотрим и заберем. 25 тусклого янтаря и 50 цветочков Фреи. Окей. Так, у нас здесь, видимо, еще пак созрел. Ну-ка, давай посмотрим. Обычный. Шторморез, костолом, душитель, экзотический шепот смерти и все. А теперь откроем с тобой редкий. Пускай он там готовится. Так, кто у нас там? Ага. Весночес 13 уровня, кстати, уже. И шторморез. Так, ну что, шторморез, пора прокачиваться по полной программе. Что я могу тебе еще сказать? Так, подожди, древесины не хватает, да? Древесины. Окей. Так, ну что, лети, обучайся. Блин, немножко, ребят, не хватает нам. Так, ужасные чудовища. Ты-то что у нас тут? 58 уровня. Да что такое, что надо-то? А, теперь рыбы, то древесины, то рыбы. Ну, слава богу, у нас этого хватает добра. Так, где ты там у нас? Давай прокачиваться. Угу. Лети дальше. Так, эти у меня тут стоят аглоедики. Эти древесины у нас... Так, ветрокрыл. Ну, давай посмотрим. Ну, кто бы сомневался, ребят, ну, кто бы сомневался, что вот так вот будет, а? Специально же это все делается. А кто, мне интересно, тут прокачался? А-а-а, стальной капканчик. Так, иди-ка ты еще, наверное, потренируйся маленечко. Так, а сколько нам там не хватает? А нам с тобой не хватает всего лишь одного дракона. Так, подожди, а может быть мы можем... быстренько кого-нибудь с тобой завершить здесь, а? Ну вот, например, 63, потратим. Вот он вернулся, и мы прокачиваем его до 60 уровня. Так, ну что, друзья мои, я скажу вам следующее. Пора, пора нам с вами прокачиваться. 29 миллионов. Что там, древесины? Не вопрос. Вот она, древесина. Так, 4 дня, друзья мои, 4 дня будет делаться. Господи, это же офигеть можно. 4 дня. Да, это, конечно, жестко. Так, что мы здесь с тобой можем взять? А ничего, ничего нам здесь не нужно. А здесь, как мы знаем, нам не хватает. Так, ну что ты мне принес, беззубик? А, ты же у нас на задании был, точно. Так, давай продолжать с тобой. Вскоре бухтарезы начинают играть со своими парящими над водой зрителями и выпрыгивать из воды. Один прыгает так высоко, что Икинг замечает у него на плавнике обрывок сети. Это заставляет его задуматься. Так, пускай он пониже опустится. Ох, смотри-ка, смотри-ка. Тут можно... Успех гарантирован. Как же я хочу этот пак, ребята. Но не хочу за него платить 150 рун. Давай бесплатно.
Так, он полетел. Так, мы с тобой здесь заберем наши 100 рун. Положниковые, да? Что ты нам принесла? 10 тысяч рыбы. Она бы ничего хорошего все равно бы не принесла. Так, отправляем ее на поиски. Пускай он туманную напасть ищет. Лишь бы чем-нибудь занималась, да? А не сидела здесь без дела. Так, что у нас тут? Ага. Этих супостатов тоже нужно отправлять. Так, ночные жути. Пускай летит бесплатно. Здесь мы с тобой выберем. Драконы хотят поиграть, понимаешь ли. Здесь мы возьмем с тобой апорт. Бесплатно. Так, Барсик, что у тебя там есть? Готти, давай сделаем так. Бесплатно. И сарделька. И сарделька, что у нас тут? Ну, я понял, выбираем дом. Все, эти у нас ребята тоже при деле. Так, а здесь-то у нас получится или нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, ну что же вы делаете-то, а? Так, древесину, значит, да? Не хватает. Придется тратить опять древесину. Кстати, у нас древесина больше уходит, чем рыба. Ты заметил? Это непорядок. Давай, лети. Будем его обучать. Так, древоруб. Лети-ка за древесиной. А ты немножко подкачайся. О, полетел сразу на тренировку. С превеликим удовольствием, да? Так, у нас, по-моему, там все ячейки забиты, насколько я помню. В академике. Да, все забито. Все абсолютно забито. Так, а ты у меня как там? Ага. Весночес, а ты сколько добудешь? Слушай, за один час он добудет 25 тысяч рыбы. Мало, конечно, но пускай занимается хоть чем-нибудь. А вы как? 164 тысячи. Пускай летит. Этот 133 тысячи древесины. Этот пускай за рыбой летит. Все равно прохлаждается, да? Так, а у этого все еще закрыто. Он даже не прокачан. Снежный призрак. Звучит красиво, да? Снежный призрак. Так, ну что, заберем здесь с тобой цветочки Фреи и 50 тусклого янтаря. Ну, все, да? Ну что, друзья мои, а теперь, когда все мы с тобой сделали здесь, все, что нам нужно, мы идем на испытание. Насколько я помню, выживание — это очень сложное испытание. Я не знаю, ребята, смогу ли я его пройти. Ух ты, ничего себе, ребята, это что? Икинг попросил нас охранять это торговое судно, но... некогда нам. Ну, вы ж выручите. Вот они постоянно так приходят, ребята, и просят. Так, подожди, я забыл убрать стального капкана, друзья, из нашей группы. Слушай, по-моему, это опять же из 6 волн, да? Если я не ошибаюсь. Ну-ка. Твою ж налево, ну... Не получится, мне кажется, здесь у нас ничего. Тем более мы и без хила с тобой отправились. Ой-ой-ой. А что я тут без хила делаю? Абсолютно ничего. Да. Лопухнулся чуть-чуть я, получается. Ну-ка давай. На тебе. Так, добьешь? Прекрасно. Так, вторая волна, кто у нас там? Опять вы. Опять, значит, вы. Что он будет делать? Так, погнали. С пониженной. Так, вот сейчас, видишь, бы можно было бы хильнуться, но... Нам никак. Добиваем. Кусаем. Он что творит? Так, давай, наверное, вот так сделаем с тобой. И добивочку. Переходим на третью волну. Так, опять вы. Да
12 уровень, да, здесь уже? То есть в опасности у меня стальной капкан. Кстати, это фиол, да, против нас? Фиол. По фиолу очень хорошо зеленые бомбят, я как посмотрю. А они с удовольствием разбирают синих. Вот, и еще больше, ребята, стало врагов. Да я даже не знаю, что тут делать. Сейчас меня распинают здесь. Скорее всего, да? Так. Эти будут бомбить. Смотри-ка, интересно получается у них. Ай-яй-яй. Так, я, наверное, не буду так делать. Давай бомбанем. Дальше сюда. Мы можем сделать немножко по-другому. Сделаем вот так. И вот так. Кого он будет атаковать? Естественно. Кого же он еще может бомбить? Слушай, нам, наверное, не обязательно, да? Или... Нет, не обязательно. Так его просто добьем. Пятая волна. Ё-моё, ребят, ну это... Тоже, по-моему, перебор идет. 15 уровень, как ты видишь. Сейчас будет веселье. Так, уклонение. Уклонение. Так, ну-ка. Мне бы, конечно, хильнуть бы стального капкана. Блин, я не знаю. Наверное, хилять все-таки надо. А вдруг я это зря сделал, да, друзья мои? Красные. Красные атакуют зеленых. Сильно. Так что должен протерпеть. Ага, вон они как сделали все. Видишь, чем плохо без хила быть? Давай сюда, наверное, ударим. Добьем. И... Добьем. Последняя, друзья мои, волна. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, фиол, да? Фиол. Атакует синих, да. Уж не знаю, что здесь получится у нас. Ну что ты? Сюда красные. А красные атакуют зеленых. Ну, зеленых у нас нет. Что это он сделал? Ого. Ого, вот он как даже. Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Твою же дивизию, блин. Вот этого я и боялся, друзья мои. Сейчас начнется, да? Все, крышка нам, походу, здесь. Нам, походу, здесь, друзья мои, крышка. Ну, добить этого не добьем, да, получается? Пока. Ну, вот как вот нам здесь быть? Да никак. Проиграли мы, короче, здесь, ребят. Просто проиграли. К сожалению. Я зря потратил, да, получается? Так, друзья мои, у меня была ошибка в следующем, что я взял с собой стальной капкан. Естественно, мы его меняем. И я думаю, вы понимаете, на кого, да? Это будет у нас ветрокрыл. Снарядить вот сюда. Ой, погоди, сюда. Какой у меня же стальной капкан? Ё-моё, сейчас бы пошел опять. Слушай, может быть, нам взять с тобой костолома, а? Или кревета? Так, подожди, кто у меня тут был-то? Я уже и забыл. Сейчас, секунду, сейчас мы с тобой... Вспомним. Здесь у меня был барсик. Снаряжаем барсика. Вот так вот. И отправляемся с тобой. Ну, теперь уже, если даже, ребят, какая-то плохая, дурацкая ситуация будет, я уже буду прикупать либо хилки. Ну, посмотрим, что тут нам понадобится. 285 рун стоит. То есть одну я себе позволить смогу.
Так, ну что же, сейчас пока будем с тобой разбираться. До 3-4 волны, в принципе, здесь никаких проблем не будет. Еще у него есть. Есть у него такой вот баф. Усиление, ребят. Угу. Ну что ты там дергаешься? Так, давай ударим. Кусанем. И этого тоже вот так вот. Начинается, да? На тебе. Все. Переходим с тобой на вторую волну. Тут все просто. Сейчас, может быть, даже придется нам с тобой заняться заморозкой. Хотя их... Ну-ка посмотрим. Ну, давай заморозим. Можно было бы, конечно, и так их бомбануть всех. Это было бы нетрудно. Ну, можно и так сделать. Ага. Давай кусаем. Здесь ударим. И добьем. Так, третья волна. Но здесь опять же ничего сложного. Красные бьют зеленых, насколько мы помним. Причем очень усиленно, ребят. Так, он себе сделал усиленную атаку. Смотри, сейчас кусанет. Причем он, ребят, еще и ускорился. Ко всему прочему. Так, если что, будем с тобой, наверное, захиливаться. Нормуль. Вот у Барсика, знаешь, что мне не нравится? Что у него нет никаких, ребята, атак. Массовых особенно. У него есть какое-то несчастное отравление и хил. Все, больше ничего у него такого нету. Так, ну что, переходим с вами на четвертую волну. Здесь сделаем, наверное, как? Ударим сюда. Потом дойдем до ветрокрыла и, естественно, будем бомбить всех нашим ледяным дыханием. Слушай, почему Барсик опять сдается, а? Они опять его разбирают, ребят. Уничтожаем. Давай, наверное, так сделаем. Теперь лечим. Ударяем. Так, сейчас кому-то не поздоровится. Барсику. Конечно же, Барсику нашему не поздоровится. Ну-ка. Давай сюда. Ну что ты там? Задергался уже. На тебе. Так, и добивка. Ну что, пятая волна. Нас на пятой волне, да, тогда прижучили. Начнем вот так вот. Сейчас они ходят, блин, они все сходят здесь. Успокойся. Что ж вы делаете? Так, давай сюда, наверное, укусим. Ух ты. Что творят? Допустим, друзья мои, допустим. Дальше поехали. Ой, зря я, наверное, его разбудил. Хотя нет, нормально. Так, тут мы с тобой хильнемся. Кого лучше нам бомбить? Так, фиолетовый против синих. Синих у нас нет, поэтому начнем с фиола. Но не забывай, что он может сделать массовую атаку. Так, что бы нам сделать? Наверное, просто ударим, да? Кто-то из них сейчас будет фаерболы выпускать. 100% тебе говорю. Вот, видишь? Такс, 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 такс. Этот, наверное, укусит. Ну, надеюсь, не убьет. Отлично. Так, ну что, ребят, теперь по старой схеме, да, как мы любим делать. Атакуем, блин, я, правда, хотел захиляться, но, видимо, не получится. Опа, вот это. Вот это не надо делать. Не получится у нас с тобой, к сожалению, хильнуться.
Да промахнись ты, ё-моё. Так, ну что? Так я его уничтожу, да? Что я сейчас сделал? Зачем я так сделал? Я иду на риски, ребята. Оправданный. Последняя волна, я так понял. Поехали. Раз, два, потом ходит. Так, тихо, тихо. Тут надо быть аккуратным. Но я даже не знаю. Давай сюда, наверное, ударим. Лишь бы не уничтожил. Окей. Теперь тратим энергию. Делаем вот так. Прекрасно. Уничтожаем. Теперь хиляемся. Насколько это возможно. Так, фиол. Ну, поехали. Так, фиол, так фиол, да? И еще раз хиляемся. Так, а этот проснулся уже, да? Ой-ой-ой. Смотри, что делает, а? Жестко жестят. Жестко жестят жестянки. Хиляемся. Ну что ты там, блин, задергался-то опять, а? Уже встрепенулся. Так, этот что у нас там, созрел, нет? Вот это плохо, ребят. Вот то, что он сейчас сделал, это плохо. Я буду надеяться на то, что он не прокусит нашего бойца. Кого он там собирается? Наверное, вот этого, да? Ветрокрыла. Нет. Ну и все, теперь ему крышка. Теперь он наш. Теперь мы его уничтожим просто-напросто. Но это только первая кампания, ребят. А там их видел сколько? Ну что ты, что ты, что-то задергался. Да. Если бы сейчас не было слепоты, ребята, мы бы отдуплились абсолютно все. Ну, а тут нам повезло. Ну что, крутим барабан и смотрим. Давай, плод мудрости. Вот это я понимаю, ребят. Вот это хорошо, и как раз вовремя. Так, а здесь? А здесь у нас выпадет древесина, по ходу дела. Угу, 3 миллиона. Ну, мы с тобой еще зарабатываем на пак. Что очень даже хорошо. То есть, получается, здесь всего лишь-то будет, знаешь, сколько боев? А тут мы как, пролетим сразу два, что ли? Я не понимаю. Немножко мне не ясно. Ладно, будем смотреть. Естественно, уровень врага будет сейчас намного сильнее. Так, кто у нас тут? Опять вы? Интересно, девки пляшут. Ну, погнали. Угу. Так, давай сюда. Минус 4 всего лишь нанес мне урона. Смешной урон. Так, что он там собрался делать? Минус 8. Давай, наверное, уничтожим здесь. Ну, бабах. 3 фаербола. Сделаем с тобой так. Сделаем вот так. Куснем. Жалко, не кританули. Ну и, в принципе, добиваем. Идем на вторую волну. Все то же самое, да, абсолютно. Ну, тут я могу себе позволить. Хотя зачем мне это делать? Или стоит? Заморозку будем делать с тобой? Давай сделаем, фиг с ним. Она еще накопится у нас к следующему бою. Ну-ка. Замечательно. Так, и пробиваем. Третья волна. Так, 12 уровень. Ага. Сделаем с тобой так. А этот будет кусать ветрокрыла. Ну, конечно, кому еще кусать его, да? Сюда. Так, добиваем.
Я думаю, что не будем здесь с тобой тратить ничего, да? Ну, просто ни к чему. Что-то он начал тут. То на одного прыгнет, то на второго. Захиляемся на всякий случай, чтобы у нас ХП было фул. Давай вот так вот. Опа. Ну, что ты будешь делать? А вот это вот подлинненько. Конечно, не хотелось бы вот, ребята, переходить на следующую волну, когда у нас с тобой шкала не забита. Опа. Опачки. Душитель собственной персоны, друзья мои. Это дело дрянь. Чтоб тебя. Ты-то что сейчас будешь делать? Мне не нравится такой, ребята, исход. Что я могу здесь сделать? Убить? Дальше. Что ты там замутишь? Понятно. Давай сюда укус. Они, наверное, сейчас будут бомбить мне ветрокрыло. Это плохо. Попробуем сделать через заморозку, ребят. Через заморозку и... Нам нужно отхиливаться. Вот что я тебе скажу. Блин, есть... Ну ладно. Хотя не хотелось бы на самом деле. Сейчас будет ку... А, вот он как сделал. Слушай, ну это хорошо, что он начал... Сам себе, как говорится, карты путать. Так, мы опять с тобой хиляемся. Бомбим. Так, сейчас будет что-то неприятное. Понизил броню еще, да? Так, мы опять хиляемся и добиваем. Ну что, друзья мои, пятая волна. Там еще и душитель притаился. Правда, 13 уровня. Но все равно не хочу я с ним иметь дел. Тихо. Твою ж дивизию. Так, потом кто там ходит? Потом вот это, наверное, да? А он сейчас ветрокрыло. Ну, конечно. Подожди, а почему? Я же думал, что... Ладно. Я сделаю вот так. Блин, мы уничтожим с тобой сегодня этого? Нет? Не получится, по ходу дела, да? Так, ты что будешь делать? Да ё-моё! Я стерплю, ребята. Я стерплю еще удар. Я надеюсь, что у меня получится выжить. Красный. Вот что он делает. Так, теперь наша очередь выступать. Допустим. Допустим. Поехали. Делаем с тобой так. Делаем вот так. А потом он ходит ведь, так ведь? Он под усиленной атакой. Он мне сделает очень бобо. Поэтому нам придется вот так вот сделать. Стоп. Вот так. Наяриваем. Теперь уничтожаем вот этого. Точно, ребята, я не ошибся. У нас еще... Блин, сейчас укусит кого-то. Ай-яй-яй. Твою же налево, а. И это очень неприятно. Кто там у нас? Блин, 16 уровень. Ну, ребят, ну вот куда? Вот куда я должен вот идти против вот таких вот бизонов, а? Скажи мне. Так, раз, два, три. Сейчас они сходят тут. Давай вот так вот сделаем. Так, что ты там встрепенулся? Фаербол, да? Нет, не фаербол. Ага. Так, ну тут понятно, да, что уничтожаем здесь. Потом кусаем сюда. Естественно, залечиваем раны. Еще раз сюда бомбанем. Этот спит пока, пускай спит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как люто они бомбят. Вот серьезно тебе говорю, очень люто. Этот еще проснулся, да? Хламонишка. Они сейчас вдвоем ходят. Раз. Два. Пережили, да, мы с тобой?
Давай, кусаем сюда. Делаем сон. Отлично. Погнали сюда. Кусаем. Выживем. Так, теперь сюда ударим. Поехали. И добиваем. Фух. Великолепно, друзья мои. Здесь мы выжили. Так, ну что, давай-ка крутанем и посмотрим, что нам тут. Древесина, понятно. Не чтоб плод мудрости дать, да? Древесину. А здесь опять древесина, да? Понял. Так, значит, мы с тобой забираем 150 рун. Забрать. А сюда мы перейдем или нет? Что-то не могу понять. Ага, и забираем цветочки Фреи. 500 штук. Слушай, а что это за яйцо? Кто это? Ветродуй? Ветродуй, у меня такого нету, ребята. А хотелось бы получить на самом деле. Ветродуй. Ну что, смотрим. Я думаю, что сейчас меня жестко тут накажут. Ой-ой-ой-ой-ой, шепот смерти начинается, да? Шепот смерти. Ну, естественно, его надо в первую очередь бомбить. Потому что на третьей энергии он начинает тут такое вытворять. Его не остановишь. Так, ну тут понятно, все легко и просто пока. Ну что ты там? Ага. Погнали. Кусаем. Что? Ага, вот так ты решил. Ладно, удар и еще удар. Волна вторая. То есть вот этот вот шепот смерти будет постоянно, да, нас преследовать. Пока-то он разбирается легко, а вот дальше будет все намного сложнее. Этот все на усиление давит. Так, шепот смерти кусает. У них, видать, инициатива, что ли, офигенная такая. Или мне кажется, на. Вот докопался-то, а ты посмотри. Так, третья волна. Что у нас тут? Хм, а куда шепот смерти делся, извините меня? Ладно, поехали. Ну что вы там задумались-то? Ну, я, наверное, вот так вот все-таки сделаю. Что? Блин, залечить раны надо. Раз, два. Я тебя понял. Так, этот укусит. Кого укусит? О, нет, он не укусил, ребята, он... Надо было в сон, наверное, его. Хотя, какой сон? Сейчас все равно укусит очень жестко. Кого только. Я тебя понял. Так, давай подлечим немножко наших, да? Сделаем так. В плане. Ты не оборзел, не оборзел ли, а? Друзья мои, четвертая волна. Так, здесь душитель уже. Что-то они тут... Всех подряд начинает. Тебе не кажется так? Твою налево. Что будем делать? Опс. Что мы будем делать? Мы будем, наверное, с тобой вот так вот делать. Да куда-то, блин, кого ты... Ой, дурачье-то где, а? Барсика-то зачем залечили? Ё-моё, ребят. Это даже не предпоследнее. Это еще далеко-далеко, блин, до конца. Ё-моё. А я два этих сфейлил. Два фрукта. Это только я мог так сделать. Так мог сделать только я, ребята. Тупануть.
Да, обидно, бесяво. Просто бесяво, ребят. Так, ну что ты там? Я думаю, тебе это не поможет. Так, предпоследняя волна. Поехали. Так, раз, два. Блин, два мощных удара нам надо с тобой пережить. Кровь из носа. Хорошо, что не так вот делают. Давай сюда укус. Что, 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 что? Ё-моё. Он усилился, да? Блин, это плохо, ребята. Что он усилился? Так, я надеюсь, я переживу еще один удар, а? Потом мы с тобой сделаем сон. Ай-яй-яй. Мы с тобой сделаем сон. Да что такое-то? Да блин! Хорош пугать-то меня уже. Я уже думал, не срабатывает. Фух. Давай сюда атакуем. Блин, мы его разбудим, да? И это все не очень вовремя. Сейчас будет укус. Супер мощный укус. Это еще в броне мы с тобой, прикинь? Это мы еще были в защите. Ёк-макарёк. Вот это дело дрянь. Ха. Вот это дело дрянь, друзья мои. Я в шоке. Так, блин. Блин, блинский. Ну и как быть? Ну, шепот смерти. Блин, я не знаю, ребят. Если его сейчас трону, он активируется. Если он активируется, он уничтожит нам всех. Я не знаю, как быть здесь, прикинь. Я просто не знаю. Попробуем, может, так сделать. Пускай лучше этот активируется, да? И сделает какой-нибудь свой удар. Будет ходить, ребята, шепот смерти. Он мощно будет ходить, ребята. Он будет так ходить, как... как никогда не ходил. Трындец, походу, нам. Он сейчас сделает свою суператаку, ребят. Да в плане, он не стал делать суператаку. Слушай, может быть, нам повезет, а, ребят? Или этот фаербол ждет? Ай-я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 й. А я ведь не успею ничего сделать, да? А я могу только хильнуться. Мне не хватает чуть-чуть, прикинь. Я не хочу фейлиться, ребят. А что я переживаю? Он же просто укусит. У него же энергии нету. Ё-моё, что я испугался-то? Так. Он просто укусит. Фига себе, просто укусил. Вот этот противный гад сейчас уничтожит мне кривоклыка. Теперь мы уничтожаем вот эту вот гадость. Дальше бомбим вот этого. Будем его в сон, там все, что у нас есть, будем сейчас с тобой использовать. Давай. А что так мало? Ну ладно, фиксим. Так, баньки его отправили. Так, он сейчас проснется. Нет, 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 нет. Не надо тут, парень, вот этих фокусов. Есть. Ребятулечки, давно я не проходил. Вообще-то, если честно, вообще не проходил никогда полностью выживание. А тут повезло. Ну, если это, конечно, можно назвать везением, потому что я сфейлил практически все свои руны. Так, ну что, давай посмотрим. Хоть бы дали какую-нибудь компенсацию. Плод мудрости, нет, дают тебе древесину. Иди, как говорится, и радуйся, да, с этой древесиной теперь. И опять.
Ай, ладно, самое главное, что мы получаем с тобой главный приз. Ветродуй. Забираем, конечно же. Опачки. И у нас с тобой такого в наличии не было. И вот у нас, ребята, появляется он. И это круто. Оно того стоило, поверь мне. Так, мы с тобой его в ангар отправляем. Так, здесь забираем с тобой наградочку за наездников. Угу. Так, сколько у нас там получается с тобой вообще вот этих вот цветочков? 2000. Так, уникальный. Мы можем с тобой взять пара барса и вепря за 2700. Но это еще не час, но... Но рядышком. Наверное, вы, кстати, напишите в комментариях, стоит ли брать. Потому что королева огнеедов есть, но у меня есть редкая. Тут тоже уникально, но 7000 я вряд ли накоплю. Огненный крушитель. Так, штормовестница. Заресвет и токсин. Токсин как-то смотрится так нелепо, как глиста с крылышками. Уж извините меня, но серьезно. Так, и 11 дней у нас еще будет благословение Фрейи идти. Так, ну что? Кто-то там у нас уже успел прокачаться. Кто? Стальной капканчик. Да, это, конечно, хорошо, что ты прокачался. Подожди-ка, у нас ведь есть кто-то, кто желает потренироваться? Нет? Таких желающих нет, да, я смотрю? Удивительно. Так, а что это вы... Уже сидят они. Давай вот этого, может быть, прокачаем. Гроза морей. Нет. Или все-таки да. Пускай идет и качается, да, ребят? Какого он уровня? 15-го. Пускай будет 16-го. Так, хотел я сходить, друзья мои, на аренку. Но видишь, у нас еще с тобой мало местечка. Именно для карт. Мы, наверное, с тобой уже это сделаем в следующей серии, да? Пойдем с тобой за паком вождя. Потому что событий 100% сейчас больше не будет в ближайшее время. И мы как раз с тобой займемся ареной. А на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.